Всем добрый день, с вами Нирвана Самадхи. Сегодня на улице очень холодно, выпал снег. Снег везде лежит, на траве. Вообще по улицам май, наверное, будет такой прохладный, холодный. У нас сейчас минус 6, минус 7 градусов погода. Вот только сейчас начали чуть-чуть, решили подтопить печку. Все нормально, более-менее. От укола у меня прошло почти неделю. Мне стало чуть полегче. Но все равно или сидишь, или лежишь. Такой груз, слабость и т.д. и т.п. Но я рада, что неделя прошла после укола клопексола. То есть чуть-чуть стало полегче. Сегодня спала долго, до 11 дня. Не могла проснуться. Потом не было света. Вот такие дела. Сегодня день нормальный, обычный, но без вдохновения какой-то. Какой-то день такой бывает. То есть такого вдохновения нет сильного. Вообще слабость я. Не знаю, что мне, как мне быть бодрой, сильной. Не знаю, потому что слабость весь день. Таблетки решила пить 3 раза в день, все свои, потому что мне так лучше, я так себя чувствую более-менее нормально, более-менее спокойно. Хотя, конечно, сижу мертвым грузом, но все равно таблетки пью 2-3 раза в день, сейчас 3, потому что вот я когда хотела бросить таблетки, мне стало хуже. Я не смогла терпеть и выпила целую горсть. Ну, там своих разных. Сейчас уже сил не остается. Экспериментировать тоже не хочется со своим здоровьем. Ну, вообще, слабость, упадок сил сегодня. Холодно. Вообще, конечно, у шизофреников лекарственная ремиссия только бывает. И то неполная. То есть вот, так, вот такое дело. Так я живу уже больше 20 лет в таком состоянии. Но вот жива до сих пор, пока еще не умерла. Всем удачи и вдохновения.